Актриса пристыдила поклонников погибшей артистки. Вчера в Москве состоялись похороны 38-летней Юлии Началовой. Артистка умерла в больнице в минувшие выходные, не приходя в сознание. Напомним, что врачи 5 дней боролись за жизнь молодой певицы. 11 марта Юлия обратилась к врачам, чтобы пройти обследование, но ее состояние резко ухудшилось. Медикам пришлось ввести ее в состояние искусственной комы. К сожалению, спасти жизнь Юлии не удалось из-за огромного количества обострившихся болезней. Ее смерть стала настоящей трагедией для поклонников, родных и коллег. Вчера на кладбище проводить Юлию в последний путь пришли не только родные и друзья, но и поклонники и многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди них была и актриса Анастасия Макеева, которая после похорон была потрясена жестокостью людей. «Весь день сегодня мыслей нет покоя моей душе и чувство боли, что разрывает от бессилия. Стояла сейчас под душем час, и хочу выразить свое огорчение. Люди, что пришли попрощаться, многие были некорректны. Во время шествия слышала за спиной: я снимаю репортаж с места похорон. Жестокость и бесцеремонность он их убивает в нас человеколюбие», — заявила в своем микроблоге Макеева. Артистка хочет верить, что большинство людей все же пришли на похороны Началовой по велению сердца, а не ради фотографий и видео.